Прошел дождь, пришла проверка. Подрядчики сдают отремонтированные дворы. В среду глава администрации Александр Кузьмичев побывал сразу на нескольких готовых объектах. Большой двор на территории 13 и 21 домов на улице Шубиных асфальтировали поэтапно. Асфальт во дворе у нас 3 года тому назад заасфальтировали всю территорию с 13 до 17. А вот Бермудский треугольник, мы его называли, вот между 21, 13 и 11 домом, вот только решился вот на той неделе. Глава администрации как раз и приехал посмотреть на недавно заасфальтированный Бермудский треугольник. Халтуру подрядчика выдал ночной дождь. На дорожке образовались лужи. Принимать такую работу глава мэрии отказался. Аналогичная ситуация во дворе дома 152А по улице Лежневской. Все тот же подрядчик, все те же лужи. Часть воды остается на асфальтовом покрытии, это недопустимо. И качество укатки асфальтобетона и смеси оставлять желать лучшего. Поэтому эти работы будут выполнены данным подрядчиком за свой счет. Кроме того, дано указание управления ЖКХ выставить штрафные санкции за некачественное выполнение работ по заключенному муниципальному контракту. Стоит отметить, что с предъявленными претензиями по работе подрядчик не согласен. Лужи, особенно которые на газонах, это забота управляющей компании. Устранить недостатки молча или оспорить решение администрации в суде подрядчик пока не решил. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.